Как никогда аномально жарким выдалось минувшее лето. Но даже для такой погоды вызвало бы удивление небывалое скопление машин на берегу реки Белой, недалеко от Тугаря. А это Республиканский рыболовный клуб «Адидель» при поддержке компании-спонсора проводил очередной летний фестиваль «Fisher02.ru2016». В этот раз я не буду впадать в подробные комментарии, просто смотрим кадры, которые запечатлела моя камера, и вспоминаем лето. Ну, надеюсь, поймаем что-нибудь. Тут говорили, прям под берегом 2-килограммовый ясь стоит. Вот ясь, да. Я люблю рыбачить. Вот иногда бывает такая. Это... Но в основном такая мелочь. Ловить рыбу – это классно, но надо иметь терпение, потому что терпение – это самое главное в рыбалке. Правильно?
Ну тут, если кто бы рыбу поймал рядом, то бы уже все бы загнали. Где рыба-то? Рыба где? В воде. Надо ждать, одна хорошенькая такая. Бывает. Вот я чего. Один окунек и все. Даже мотыль не помог. Ничего не помогло. Рыбы нет. Зато дебютант нашего фидера, это Тихон, из поплавка перешел в фидер. Возможно, попадет в призы. Вот так.
Вот, молодец, молодец. Браво! Только наклони вообще. Давай 78. Смотри сюда, Ариша. Ариша. Поздравляю! Медаль за третье место. Активатор клёвок. Ты участник. Почти просто профессионал уже. Нитка Ярослав. Поздравляю! Ярослав Казина. Серебряный ручей. А за третье место. Повторно! Умница. Банка мёда. От клуба Агидель. От клуба Агидель. Это первое место. Медалью. И набором. Да. И набором автомобилиста от... Удилище 6 метров от мечта рыбака. Это пригорка компании Марлин на второе место. Удилище 8 метров от компании Подсачек. Поздравляю. Не зря слева, вот это медаль. Надо было оставить. Причем поймал, два раза сыпал. Поздравляем! Молодец! Кубок, самое главное. Это не вина была слухать сразу. Кубок у компании «Серебряный ручей». Коробка. Награждается грамотой, медалью, кубком за первое место. После таких самых флотов.